Макс Ньюс. Life is good. Люблю. Life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждую среду в 10:00 мы говорим вам «люблю» в нашей новой передаче «Люблю Life». Life is good. На радио Болтком. Доброе утро, дорогие радиослушатели и радиослушательницы. В эфире с вами я, меня зовут Инна Авина, я главный редактор журнала «Люблю» и «Люблю Лайф». У меня сегодня в гостях прекрасная Юлия Юргева. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Юля у нас руководитель клиники эстетической лазерной медицины «Эроэстетик». Да, очень приятно быть в этом весеннем эфире с вами. А эфир у нас сегодня непростой, и день у нас отмечен не только прекрасной погодой, но все-таки весна, она у нас разнообразными, может быть, удивительными, окрашена погодными условиями, но еще и тем, что у нас сегодня день рождения. Нашему чудесному, замечательному, красивому, яркому журналу «Люблю» исполнилось сегодня 22 года. Ура! Ура! Очень рада, это вообще такая честь для меня присутствовать именно в этом эфире и иметь возможность вас прямо онлайн поздравить, в прямом эфире поздравить вас с этим замечательным праздником, ваш чудесный Спасибо. Журнал. Вот тут это весенний букет вам. Те, кто видит нас, смотрит видеотрансляцию, прекрасным букетом может полюбоваться. Если бы вы были рядом с нами, вы бы еще почувствовали аромат прекрасной, чудесной весны и этих замечательных цветов. Ну, а так просто виртуально разделите с нами эту радость. 22 года – все-таки приличная дата. Очень Девушка уже дата. Вполне взрослая. Ну да, в прошлом году наступило совершеннолетие. Теперь уже вариант. Самый интересный возраст. Да, 22 года. Больше всего возможностей и сил. Вот когда мы готовили в редакции этот номер, у нас сегодня особенный номер, 100 страниц в журнале, в киосках, обратите внимание, журнал вышел такой... Яркий, угу. Глянцевый, такой, ну, 100 страниц, Кажется. Очень солидный, мы постарались. Очень красиво. Так вот, когда мы работали над этим журналом, мы как-то задумались и поговорили о том, а у кого что, собственно говоря, происходило в 22 года. Вот я, Юля, готовьтесь, а я про себя расскажу, что в 22 года я училась в университете на филфаке, и я тогда переживала такой... На мой взгляд, казалось, судьбоносный роман. Не знала, что скоро, ну, я должна буду готовиться к тому, что он вот-вот закончится. Ну, наверное, какие-то у меня уже идеи были. Поэтому я, как девушка такая эмоциональная, я периодически впадала то в бурную радость, то в глубочайшую какую-то тоску. И все это на фоне того было, что я писала диплом. Первый в своей жизни я писала диплом, вот, тоже не знала, что это не последний диплом в моей жизни, но, тем не менее, эмоций было через край. Вот прекрасно помню эту весну, свое, значит, 22-летие, которое я отпраздновала зимой, и вот это вот такое совершенно вот невероятной вот бурности жизни. Не, конечно, потом тоже были такие вот яркие, откровенные годы, но здесь вот прям так вот... Очень хорошо помню, много было всего. Ну вот вы подготовились, вам проще. А Юля пока сидела, отматывала. Это было в 21? Нет, это было в 23? Нет, это было в 20? У меня все, мне кажется, в тот период было... А где вы были? Самое смешное, что я училась в 22 года в университете на филфаке. Прекрасно! Обе встретились! Да, вот из университета, поэтому это у нас совпадает. Да. Но я так детально этот именно год не помню. Мне кажется, у меня переживала роман с книгами. Я очень много времени проводила в библиотеках в то время. Многие девочки, учащиеся на филфаке, на тот момент были в потоке всемирной литературы, да. В потоке изучения языков, в потоке каких-то очень таких глубоких философских раздумий. Вот как-то, мне кажется, вот это в основном у нас было в жизни яркими моментами. Но жизнь хороша тем, что она движется вперед. И мы, поговорив о том, что было с нами в 22 года, это, ну, мы сами себе такое вот, ну, сидя в редакции, готовя этот номер, написали такое, вот если бы я могла себе в 22 года написать письмо в прошлое, что бы я себе написала? И я подумала, господи, как хочется сказать слова поддержки девушке 22-летней, которая там вот мечется в каких-то таких эмоциях,
простыми и емкими словами. Все пройдет. И вот все эти все эмоции пройдут. И наступят другие. Они будут еще более яркими, еще более такими запоминающимися. Но вместе с тем, слушайте, ну это же такой прекрасный возраст, мне кажется. Он очень искренний. Да. Он очень такой, на мой взгляд, резкий. Мы очень много совершаем каких-то экспериментов невероятных, правда же, в этом возрасте? Позволяем себе пробовать жизнь на вкус, какие-то разные... Я помню, мы могли с подругами утром встретиться в университете, поговорить там о том, о сём, и принять решение вечером этого же дня... Например, уехать в Санкт-Петербург на концерт, на который мы пошли в субботу. Потрясающе. Вот такие у нас были эмоции. Ну, это время, когда действительно появляются уже новые возможности, ты становишься, ну, более-менее самостоятельным человеком, да. И это открывает перед тобой многие двери, потому что у тебя есть, во-первых, силы, желания и возможности. И главное, как много тогда было сил... учиться, да. Уже начинать работать, не спать, в принципе, абсолютно. Вообще почти никогда. Абсолютно. Я вот думаю, боже мой, а как бы при этом прекрасно выглядеть, несмотря да, ни на что. В этом возрасте это легко. В этом возрасте как-то все так легко и просто получается. Хотя нет, уже в этом возрасте я помню, что ну, как-то начинают утихать такие подростковые переживания на тему там, я не знаю, глаза не те, волосы не такие, выдали при рождении, да, нос изменить можно, там, ну, много чего, это все. Ну, это, конечно. Но вместе с тем уже приходило какое-то понимание того, как я могу себя лучшим образом подать. Ну вот, по-моему, в 22 года что-то уже просыпается, такое более осознанное отношение к себе, да, к своим достоинствам, недостаткам, хорошим и всяким другим разным сторонам. Но я вот думаю о чем. Юль, 22-летние клиентки в вашей эстетической клинике есть в наше время? Безусловно. Спрошу я с высоты возраста 40+. Безусловно, есть. И расскажите, много. А что хотят девушки в 22 года? Эстетическая медицина – это ведь не только борьба с признаками старения. Это также и улучшение качества кожи, это здоровье кожи. А, естественно, эта проблема вечная в любом возрасте, тем более в юном возрасте она гораздо даже активнее бывает, проявляется. Это здоровье кожи, и это решение каких-то эстетических проблем. Поэтому молодых клиенток очень много, просто у них свои запросы, да, их больше интересует не борьба там с каким-то естественным старением, которым еще рано им думать, да. А коррекция, например, во-первых, улучшение качества кожи, устранение акне, остановка роста волос. Это на самом деле волнует практически каждую вторую женщину. Ой, правда? А расскажите. Да. Вот мы с вами собрались, две такие блондинки, да? Да? Вот да. Какие-то проблемы нам ведомы, а какие-то не очень все-таки, да? Да, соглашусь. Ну, есть такие природные особенности, ну, как говорится, тонкая белая кожа – это очень красиво, хорошо и здорово, но есть тоже свои нюансы. То есть мы можем говорить чисто по-женски. Есть у всех свои. У девушек с густыми, прекрасными, красивыми черными волосами тоже есть какие-то свои нюансы, которыми они довольны и недовольны там по разным причинам. Угу. Значит, 22 года – это решаются вопросы здоровья кожи. Ну, понятно, мы, наверное, не думаем о ботоксе, мы не боремся с морщинами, ну, которых уже нет. Уже бывает, конечно, но все-таки это крайне редко. Предположим, девушка с очень тонкими губами, но вот да. Ее это всю жизнь беспокоило, она достигла совершеннолетия, она жить захочет она подкорректировать. Жить она не может, да, ну, не она может, хочет да. подкорректировать. То есть, ну, бывает, решается какие-то эстетические проблемы или какая-то форма. Сейчас же с помощью, например, инъекции можно некоторые проблемы формы носа решить, приподнять кончик носа, убрать горбинку. Все серьезно? Да. При да. помощи инъекции? Ну, не делать ринопластику? Да, но это за счет дополнительных инъекций филлеров. Угу. То есть, но это тоже очень осторожно. Да. Мы не популяризируем так активно, потому что это процедура... Должно быть принято продуманное решение, да, да. пациентам, причем им придется повторять, да, в дальнейшем филлер ведь он выводится со временем из организма, потому что он это на основе гиалуроновой кислоты да. в большинстве случаев, и он дружественен, скажем, организму. И он, с одной стороны, это плюс. Да. С одной стороны, мы вроде как в себя ничего не вводим такого, ну...
Безусловно. Опасного, скажем, да, там, да. Или чего-то необратимого, скажем, ну, так. Да, но если пластика позволяет исправить там форму носа один раз и навсегда, то да, это необратимое в данном случае, да, это обратимое, в этом есть и плюсы, и минусы. Угу. Вот, ну, такие процедуры востребованы также, безусловно. Акне лечится какими способами? Вот в наше уже очень продвинутое время. Это же не только мази... Я так понимаю, или ну, какие-то препараты, это ну, таблетки. Часто это прием препаратов. Дерматолог угу. смотрит, говорит с пациентом, выясняет всю историю его болезни, анамнез составляет, и тогда подготовит программу лечения. И иногда это, как мы говорили, какие-то угу. медикаментозные лечения, часто. Также есть технологии, которые позволяют бороться с акне и с постакне, например, светотерапия. Вот, Юль, ваша клиника знаменита лазерными, очень серьезными аппаратами, да, лазерными mm-hmm. процедурами. Вот скажите, эта умная работа ведется вот для молодых девушек, у которых, ну, вот действительно такая проблема, ну, неровная кожа, прыщи мучают периодически, и такие, и сякие, mm-hmm. да, там, и их же великое разнообразие. Я помню, ну, меня это, правда, очень сильно волновало, да, у меня... два сына в данный момент в таком в подростковом возрасте, естественно, тоже я слушаю разговоры, я смотрю на них. Мальчики, наверное, проще к этому ко всему относятся. Угу. Но разговаривая с подругами, с мамами девочек, я понимаю, что эта проблема, она вот вечная. Вот когда человек взрослеет, это все отражается на лице, это ужасно, портит настроение, это меняет психологическое состояние, человек начинает переживать, бушуют гормоны, первая любовь, еще что-то накрывает. В общем, много всего. Как-то вот девушку в разные стороны шатает еще, и вот это отражение в зеркале, которое просто вот кажется им, что просто их вот убивает, да, нет никаких сил. Что делать? Вот что советует профессионал уровня, ну, как бы вот серьезной вашей клиники, а не там... тетя Моти из Фейсбука, ну, Инстаграма. Главное идти к врачу, к дерматологу. К сожалению, косметологи не всегда, ну, угу. это, они замечательно не панацея, уходовые процедуры. Косметологическое воздействие. Ну, это не то, что даже не панацея, просто косметологи обеспечивают уходовые процедуры. Да. Но они могут, они сейчас тоже образовываются, мы тоже вот участвуем в таких проведении курсов для косметологов, чтобы тоже их помогать угу. им развиваться в этом направлении. Наши дерматологи читают лекции. Ну, конечно, лучше обратиться именно к дерматологу, потому что это уже вопрос лечения, а не просто ухода за кожей. И врач назначит нужные угу. препараты, если нужно, назначит курс вот светотерапии или какого-то еще лечения. Можно с помощью других лазерных процедур обеспечить, например, лечение уже постакне, вот этих шрамиков. Да? То есть да. тут очень много решений, есть и технологии, есть, безусловно, в основе всего этого лежит знание врача, угу. который назначает ну, необходимое лечение. Но важно с лечением не заниматься, да, угу. а обратиться к специалисту. То есть запоминаем, дорогие мамы, кто нас слушает, кто отправил уже своих прекрасных девушек в школу, значит, если вдруг есть в доме подросток, молодой человек, девушка, юная красавица, которая недовольна своим отражением в зеркале, отправляем к дерматологу. Надо Безусловно. Просто записать молодого человека, девушку, и дальше уже врач назначит, точно, абсолютно, на личном опыте знаю, что все это работает, и медицинские препараты, если выписывают таблетки, не надо бояться, они срабатывают мгновенно. Конечно. Да, и... Ну, не надо терпеть, да, самое да, главное. Да. Не надо терпеть. Вот. А еще я хочу сказать, что если вы в 22 года, или в 25, или mm-hmm. в 27, или в 32, абсолютно неважно, например, уже любите праздники, или, например, у вас уже есть дети, что, в общем, тоже прекрасно, приходите к нам на праздник, потому что мы, например, с Юлей 7 марта будем вас ждать в торговом центре «Акрополис», правда, Юля? Да. На замечательном празднике красоты, который называется «Экспо Бьюти». Да, прекрасная выставка проходит каждый год. В этом году она пройдет в «Акрополисе». Мы всегда участвуем со своей стороны, потому что используем эту возможность – чтобы также образовывать, помогать, просвещать, скажем, людей, рассказывать о возможностях дерматологии. Выходите к людям. Да, не да. только к себе людей приглашайте, но и сами выходите к людям. Да, безусловно, потому что в наше время
все происходит в таких темпах, часто люди просто, к сожалению, не добираются до врача. Надо, конечно, находить время, но мы понимаем, что это не всегда происходит, и поэтому у нас всегда на выставке, на нашем стенде работают врачи, работают дерматологи, которые обеспечивают, предлагают бесплатные консультации. Это уникальная возможность проверить какие-то подозрительные кожные образования. Вот, расскажите, вовремя... что в этом году... Вот зазвали мы наших читательниц и слушательниц, которые узнали уже о выставке «Экспо Бьюти» о том, что там будет праздник журнала «Люблю», и там в том числе клиника «Эроэстетик» будет. Что вы предлагаете? Что у вас можно будет проверить? Я сразу как-то, да, про нас начала рассказывать. Клиника, конечно, гораздо, выставка имеет гораздо более обширную, да, программу. Это красота во всех ее направлениях. Вот, да. Но мы как клиника, как ответственные за не только красоту, но и здоровье кожи, считаем, что главным, что мы можем делать на такой выставке, это именно помогать людям... узнавать, проверять здоровье их кожи, угу. Потому что, к сожалению, не у всех находится элементарно время, чтобы вот записаться на прием к врачу и прийти. Хотя это, конечно, очень желательно делать. Поэтому каждый год мы проводим такие консультации, экспресс-консультации, где врач принимает пациента, подсказывает ему, дает советы по здоровью кожи, по, может быть, по омоложению, если встают вопросы. И главное – делать дерматоскопический осмотр подозрительных образований. Что это такое, расскажите? В наше время это стало довольно большой проблемой. Угу. С каждым годом растет процент людей, заболевающих, к сожалению, даже злокачественными заболеваниями кожи. Угу. Но при своевременной диагностике... Это с солнцем связано? Это связано с солнцем, с солнечным излучением. С активностью солнца, да, с тем, что мы очень... много загораем или посещаем солярии, которые способствуют, увеличивают в значительной степени риск. Юля, каждый год мы пишем, дорогие женщины, милые, любимые, не ходите в солярий. Ходят. Да, наши врачи тоже объясняют. После этого идут к вам, к врачам. Идут в клинику. Но самое главное, чтобы хотя бы доходили. Да, главное своевременно, если появляются какие-то подозрительные образования, которые меняют форму, цвет, размер, кровоточат, важно обратиться вовремя к врачу. В этом случае при своевременной диагностике можно провести локальное лечение и избежать очень больших проблем со здоровьем в будущем. И я так понимаю, немаловажный фактор – это то, что все эти консультации вы проводите уже бесплатно на выставке. Да, у нас нет цели заработать в эти дни. Мы хотим помочь, потому что это действительно уникальный шанс, и мы хотим хоть какой-то вклад внести в оздоровление, скажем. Естественно. Потому что весной, каждую весну эта проблема... становится актуальным, мы стараемся образовывать людей, рассказывать, готовить их к солнечному сезону, потому что надо как проверить существующее образование, так и подготовиться и понять, как важно защищать свою кожу, потому что, не дай бог, кому-то пережить такую болезнь, как меланома. Ну, естественно, тем более, что солнечная активность, она с каждым годом не исчезает. То есть нас предупреждают о том, что есть вспышки, о том, что, наверное, надо поменьше загорать. Но, тем не менее, во второй части передачи мы с вами вот уже начнем говорить о том, какие еще есть, скажем так, возрастные уже особенности на коже. Но ведь они тоже происходят в том числе и из-за какого-то такого легкомысленного отношения к природе, к солнцу, к нашему образу жизни. Но помимо пользы на празднике есть еще и веселье и красота. Да. То есть польза пользой, а радость радостью. Не будем смешивать. То есть сходили, получили свою часть пользы, приняли ее для себя, сделали выводы и пошли дальше веселиться. На нашем празднике «Люблю», который проводится в Акрополе, в 11 утра начинается программа «Дефиле». Очень быстро и очень просто объясняю, что это такое. Если у вас есть дети... Если у вас нет собственных детей, у вас наверняка есть племянники, у вас могут быть внуки. Вы можете с подружками собраться и нарядить деток и прийти на наш дефиле в одну из трех номинаций. Первая номинация – это спортивная, мы за спорт. Вторая номинация – идем на дискотеку. Третья номинация – едем на бал. Каждая номинация мы выбираем победителя, который получает один из потрясающих призов. Эти призы – это и семейные уикенды за городом, и отдых в спа-отеле,
и процедуры красоты от эстетической лазерной клиники медицины «Эроэстетик», и специальный приз от модельера исторических костюмов, и абонементы на разнообразные занятия. Одним словом, огромное количество призов. И, дорогие девушки, надо просто выйти, красиво пройтись, улыбнуться в зал, собрать овации, аплодисменты, цветы, диплом и получить удовольствие. По-моему, совершенно прекрасный способ провести 7 марта. Подготовиться к празднику, правда же? Конечно. И вместе с своим ребенком, тем, да. более, тем более ценно. Я помню, в прошлом году уже этот конкурс проходил. Да. Прекрасно, такой яркий, весенний и очень радостный. И когда мама с ребенком как бы в одном порыве творческом, да, да. это и так они, прекрасно. Они могут быть в одинаковых костюмах или в костюмах на одну тему, дополнять mm-hmm. друг друга. И совершенно верно вы сказали, когда что-то творческое такое вот происходит между мамой и ребенком, это же объединяет. При этом ребенок может быть любого возраста, может быть и ребенок 22 лет, правильно? Не все mm-hmm. женщины мамы, но абсолютно точно мы все дети. Вот это факт. Поэтому в абсолютно любом варианте мы ждем вас, дорогие читатели и слушатели, на праздник. Кстати, в прошлом году совершенно потрясающее было выступление папы с сыном. В женском журнале Юля в одной из номинаций победил папа с сыном. Мы, женщины, были совершенно очарованы такой спортивной мужской командой, которая пришла на женский праздник в женский журнал со словами: «А мы хотим вас порадовать!» Это было так приятно. Потрясающе, да. Ну да, когда мужчины, одетые в одинаковые майки, совершали какие-то акробатические этюды. Ну, такие спортивные были ребята. Угу. Вот такой настоящий сюрприз. Да вообще, мы были в таком радостном шоке, мы подумали, боже мой, а ведь как это правильно, когда на женский праздник мы не только друг друга радуем, ну, как бы мы, женщины, иногда вот со своей активностью, на мой взгляд, тоже не знаем берегов. Mm-hmm. Ну, то есть мы молодцы, конечно, да, то есть мы готовы там бежать, придумывать, изобретать, все здорово, но иногда, Юль, правда, бывает очень полезно вот так вот сесть, как мы с вами сейчас сидим, любоваться цветами, пить кофе или ожидать того, что кто-нибудь нам с вами что-нибудь приятное предложит. А еще лучше не только ожидать, но и... Да, и принимать. И принимать. Принимать поздравления, радоваться и замереть в радостном таком ожидании. Одним словом, давайте встречаться 7 марта в торговом центре «Акрополис» на выставке «Экспо Бьюти». И мы сейчас уходим на маленькую рекламную паузу. А во второй части мы с Юлей будем вам рассказывать о том, как надо о себе позаботиться женщинам, которые немножечко постарше. Как пела Верка Сердючка, если вам немножко за 30. Но мы все честно расскажем. За 30 есть очень много прекрасного, правда? Безусловно. Микс Ньюс. Снова мы в эфире. Меня зовут Инна Авина. Я главный редактор журналов «Люблю», который сегодня отмечает 22-летие. Вау, ура! Ура! И Юлия Юргева, руководитель международной клиники эстетической лазерной медицины «Эроэстетик». Все правильно? Абсолютно. Все правильно. В первой части нашей передачи мы вволю поговорили о 22-летии, о журнале «Люблю», о том, как он вышел в киоск, яркий, глянцевый, красивый, замечательный, с призывом о празднике, который состоится в Акрополе 7 марта в рамках международной выставки красоты «Экспо Бьюти». Мы с Юлей будем вас ждать в течение всего дня, но самое главное в 11 утра, потому что там будет огромный праздник журнала «Люблю». А дальше во второй части мы, у нас не только один журнал, мы девушки богатые на красоту, у нас есть еще один журнал, это «Люблю Лайф», который выходит раз в 2 месяца, и вот сейчас наступило его время, в течение всего марта, тоже продается в киоске, красивый, глянцевый, весенний, свежий, наполненный модой, красотой, чудесными мужчинами. Подвесим такую интригу. Мы вот с Юлей сейчас за эфиром говорили, что мы, когда готовили этот номер,
с редакционными дамами посидели и подумали, а что в самом деле мы рассказываем только друг другу о том, какие мы замечательные. Нет, во-первых, это, конечно, полезно, приятно и здорово. Правильно, Юля, рассказать о себе, о том, как женщины, конечно, вдохновляют друг друга, да, как мы можем самореализовываться, какие есть варианты карьеры, как мы можем расти, как мы можем образовываться. Это, на мой взгляд, очень вдохновляющие такие, да, моменты. Да, когда женщины, да, рассказывают друг другу о том, что они уже сделали и как этот путь шел. Вот я помню, когда мы делали с вами интервью, вы тоже об этом говорили, о том, что это целый путь. Вот наша работа – это не только способ, ну, получения каких-то материальных благ. Правильно? Конечно. Работа – это было бы слишком скучно. Да, намного более объемное понятие. И вот, кстати, а вы в 22 года понимали уже, что ваша профессия может быть связана с красотой и с медициной? Нет. Нет. 22 года я абсолютно, я собиралась заниматься журналистикой на самом деле. Мне было интересно все. Ну, я потому, естественно, было бы странно, если бы 22 года участь на филфаке, я планировала свое будущее в медицине. Мало ли, но тем не менее именно так получилось. Да. И смотрите, но с другой стороны, и это знания, которые вы получали на филфаке, они же тоже не пропали. Потому, конечно, что мы с вами, например, сейчас находимся в эфире, и я знаю, что в вашей клинике за вами закреплена огромная часть работы, которая связана с продвижением и с такой просветительской работой. Угу. Это как раз-таки то, собственно, что, ну, я не знаю, вот, ну, как бы вот идет, наверное, из тех разнообразных образований, которые вы получали в юные годы. Думаю, что любое образование, в принципе, в любой сфере может дать, закладывает, если оно приходит в нужное время, и человек готов к нему, он дает ему вот эту базу системообразующую, да, на которой в дальнейшем можно формировать любую, в общем-то, профессию. Ну, конечно, не любую профессию, но многие профессии, связанные, например, в моем случае, это работа административная, это управление и это продвижение. Работа с людьми. Работа с людьми, да. И даже... И даже работая, вот, даже учась на филфаке, я прекрасно помню, как вот эти знания, да, о литературе, философии, истории культуры давали мне вот какой-то базис, который помог мне в дальнейшем, ну, в любой сфере, где я работала, выстраивать системную работу, вот, скажем так. Да. То есть академическое образование, университетское, университет дает академическое образование, несмотря на некоторые такие, ну, скажем, сейчас модные тенденции о том, что, ну, главное, практические навыки, да, ну, вот это академическое образование, там много всего лишнего. Ну, вот я тоже, как человек, получивший несколько образований, скажу нет. Важность академического образования, на мой взгляд, уменьшать не стоит. Соглашусь, в большом количестве случаев лучше с этого начинать. Да. А продолжать можно всячески разнообразно и присовокуплять уже потом к образованию основному всякие разные другие навыки, которые помогут и расширят сферы деятельности, в которых человек может реализовываться уже в дальнейшем. Хорошо. Таким вот образом, ну, как-то развивалась карьера, и вы пришли к работе в клинике очень современной, очень модной и наполненной очень умным и серьезным оборудованием. Вот, Юль, скажите, такая умная и очень технологическая работа, она не может быть, может быть, она немного пугает ваших клиентов и пациенток. Вот как вы объясняете, как работают? Потому что, заходя в кабинет, человек не понимает, что он видит и что с ним будет происходить. Как можно снять тревогу? Безусловно, тревогу надо и нужно снимать, и можно с помощью объяснение, разъяснительной работы. Мы ее проводим. И на приеме любая процедура, связанная с технологиями, начинается, и не только с технологиями, любая, в общем-то, процедура врача начинается с консультации.
да, потому что помимо того, что нужно составить анамнез и разработать правильное лечение, нужно еще и пояснить, рассказать пациенту о том, что будет происходить, как это работает, это технологии или препараты в зависимости от того, с чем мы работаем. Да? Потому что когда человек понимает, когда его уровень информированности о процедуре достаточен, то это абсолютно даже результаты другие, потому что он доверяет врачу, он видит, что, собственно, происходит, он спокоен, и это очень хорошая база для успешных эстетических результатов. Вот, кстати, мы в этом номере журнала «Люблю лайф» презентуем новую рубрику. Спасибо, что согласились принять участие в этой рубрике. Спасибо, что предложили. Рубрика называется «Эстетик лайф». Сделана она совместными усилиями специалистов клиники «Эроэстетик» и наших журналистов. И вот здесь мы как раз-таки реализуем ту идею, о которой, Юля, вы только что говорили. Мы объясняем максимально простыми словами женщинам какие-то такие сложные вещи, которых они боятся, про которые они начинают думать, что, боже мой, это, наверное, самое страшное. Конечно, мы все по-особому относимся к коже на лице. То есть даже если допустить мысль, что где-то на теле у нас происходят какие-то изменения, вот о чем мы говорили, да, связанные с родинками, с какими-то пятнышками, с образованиями, то очень многие люди тянут время, не идут вовремя к врачу, думая, что, может быть, пройдет само, может быть, еще, ну, вот какие-то такие вот не очень серьезные, может быть, отношения, да, к каким-то локальным проблемам. Все, что касается возникшего на лице, как правило, мы очень сильно тревожимся, но не всегда этот страх приводит нас сразу в кабинет к врачу, потому что страшно, а что же мне там скажут? Давайте вот в этом месте объясним, что лучше прийти и услышать, потому что всегда человек услышит от врача что? Наверное, сначала диагноз, ну или, по крайней мере, какой-то успокаивающий разговор произойдет. В современной действительности бояться врача уже немножко устарело. Угу. Сейчас столько инструментов, возможностей и опыта аккумулировано в их руках, что, безусловно, надо идти, надо разговаривать. Врач все расскажет, объяснит те процессы, которые происходят в коже, почему это происходит, как избегать в дальнейшем этих проблем, как вылечить эту проблему. Это, конечно, дает и уверенность в том, что с этой проблемой можно справиться, и, собственно, само решение. Да. Поэтому, конечно, я призываю всех не откладывать на далекое будущее, тем более сейчас еще период достаточно неактивного солнца, еще в этом месяце и в следующем еще вполне можно многие проблемы, например, вот сосудистые решить, да, потому что летом вы заниматься сейчас не будете. В начале марта с чем стоит пойти в лазерную клинику и разобраться, пока не наступило яркое солнце. И уже нет каких-то таких вот очень болезненных ветров, скажем, нет, вряд ли ожидается уже сильное понижение температуры, вряд ли нас накроет мороз. То есть это самое лучшее время для того, чтобы сейчас что-то сделать с лицом. Что? Например, что? Сейчас лучшее время, чтобы успеть, скажем, чтобы не дотягивать до лета, когда некоторые лазеры не могут работать, не все, но ряд лазеров действительно лучше отложить уже на осенний период эти процедуры. К таким процедурам относятся лечение сосудистых проблем на коже или, например, такие абляционные процедуры, которые нарушают целостность кожного покрова, например, лазерные шлифовки с фракционным лазером. Сейчас это еще можно сделать, ближе уже к лету уже не будет рекомендовано. Какие проблемы решает лазерная шлифовка? Что она делает? Морщины шлифует, пятна убирает, что они делают? Она выравнивает кожу в разных, в зависимости от той проблемы, которая существует у пациента. Это может быть омолаживающая процедура, она улучшает качество кожи, она выравнивает ее, она обновляет кожный покров и удаляет, соответственно, морщинки, уменьшает поры, там да, очень большой пласт возможностей. Можно шлифовать шрамики, их нивелировать. Можно
с постакне опять-таки бороться. Да. То есть также, например, с растяжками можно бороться таким образом. То есть все, что связано с качеством кожи, которое мы хотим улучшить. С нарушением вот этого целостного. Да, если нас волнует, если нас беспокоит рельеф кожи, да. Ее цвет. Или а цвет в каком шрам? Смысле? Покраснение? Ну, например, есть очень разные показания. Предположим, если это проблема старения кожи, то да. часто появляется такой эффект усталой кожи. Да? То серая есть она такая виду. Серая, да, ага. безжизненная. Это тоже очень хороший... Это когда добрые способ. Коллеги говорят, что-то ты устала выглядишь. Да. Да, да? Понятно. Так что такая процедура позволяет... За неделю примерно, то есть там нужно посидеть дома 4-5 дней, может, до недели, поэтому это нужно То есть это процедура все-таки, она которая предусматривает отпуск? Она предусматривает, да, отпуск. Да. Ну, вы можете выходить через 4-5 дней уже обычно, да, и общаться, но... Ну, лучше недельку взять, посвятить мы не знаем, себе. Да, бывает какая-то своя особенности у кожи, да. поэтому гарантировать, что 4-5 дней мы не можем. Может быть, до недели. Восстановительный процесс, когда кожа обновляется. Да. Как лицо выглядит? При шлифовке, при лазерной шлифовке кожи, ну, так принято ее называть, это фракционное омоложение лазером. Ну, говоря простым таким языком, чтобы нас понимали не только коллеги, врачи, да, но и те женщины, которые там вот пьют сейчас кофе, слушают нас и думают, ну да, наверное, надо что-то со своей усталостью сделать. То есть это лазерная шлифовка, то, ну, что понятным языком, да, процедура называется. Нужно ожидать, что после процедуры на лице образуется корочка. Корочка. Да. Ничего там не должно сочиться, да, таких глобальных. Но нужно смириться с тем, что неделю будет кожа активно обновляться, будет нарастать новый слой кожи. Ну и слезать старый. И слезать, соответственно, старый. Поэтому нужно просто ухаживать за кожей, ну, желательно провести это время дома. Ну да, то есть врач объяснит, чего не надо бояться, как это будет выглядеть и как ухаживать за лицом, когда происходят вот такие серьезные проблемы. Да. Все, что касается, допустим, вот этих вот неприятных красных сосудистых сеточек. Вот у меня есть собственный опыт, я прошла через это все. Всякие вот какие-то такие вот точечки, да, какие-то вот синенькие веточки, вот какие-то всякие такие вещи, которых, ну, не должно быть на лице. Вот сейчас... Точно такой же подходящий период. Сейчас, время, да, очень подходящий период. Всю зиму это был подходящий период, сейчас он еще продолжается, потому что лазер тоже, опять-таки, не повреждает целостность кожного покрова, и нет еще жарких температур, активного солнца, можно замечательно решать эти проблемы. Сосудистые проблемы на коже беспокоят вообще, это номер один проблема для нашего региона. У нас очень много, у нас очень многих женщин и мужчин проблемы с сосудистыми проявлениями на коже. И действительно их лучше устранять на начальном этапе, опять-таки, чтобы проблема не прогрессировала. То есть не надо ждать, когда эти сосудистые сеточки прямо уже вот расползутся. Ну, чем позднее начинать лечение, тем будет сложнее, потому что бывает, это потом заканчивается розацией. И последующими еще более сложными формами этих заболеваний. Ну, у вас они тоже указаны как заболевания, с которыми вы все равно лечите, да, и справляются. Ну, гораздо проще, да, гораздо проще устранить какую-то звездочку сосудистую, сеточку, ее, да, чем, ну, в любом случае часто потребуется курс процедур, и решить можно любую проблему. Но в любом, везде в медицине лучше не затягивать. Ну да, это конечно. Ну, хотя женщины, вот опять-таки, мы, например, в журнале и у врача спрашивали, и сейчас обязательно подниму этот вопрос. Женщины боятся, хрупкие создания думают, боже мой, я приду. Ну, не знают люди, что такое лазер. Это, наверное, будет больно. Или, боже мой, мне там что-нибудь прожгут, и как я потом буду с этим жить? А вдруг там останется дыра? Юля, я клянусь, я все эти вещи читала на женских форумах. И если... женщины задаются такими вопросами, значит, у них есть эти страхи в голове, мы не можем их игнорировать. Безусловно. То есть мы должны на них как-то отвечать. Расскажите, может ли быть дыра? Очень ли это больно? И как вообще? И как работает лазер? Собственно говоря, что это?
в неумелых руках можно сделать лазером все, что угодно. Поэтому, и опять-таки, вопрос, например, какие лазеры. Например, убивать пришельцев. Да, именно так. Именно так. Поэтому лазерными мечами. Проблема в том, что лазеры, они уже не новость для нас, да, но все-таки в... Ну что-то космическое, Юля, в этом есть. И в обществе нет такого четкого понимания о том, как это работает, нет. Какие лазеры лучше, да. Какие хуже. Это, безусловно, это очень сложно донести, потому что информации очень много, и в интернете можно начитаться всего чего угодно. Да. Поэтому очень важно идти к квалифицированным специалистам, к врачам, которые работают с современными лазерами. Во-первых, лазеры 10 лет назад и лазеры сегодня совершенно... Это важно. Значимо отличаются. То есть не надо ожидать эффекта, про который вам кто-то рассказывал, когда ходил когда-то, и ему там делали что-то. И это было там непереносимо или еще как-то, да? То есть лазеры развиваются быстрее, чем наши представления про них и наши страхи про них. Безусловно, лазеры развиваются, потрясающие результаты они дают сегодня в эстетической медицине, в том числе в лечении сосудов, и при этом они становятся и более комфортными. Но мы должны понимать, что болевой порог у каждого свой. Гарантировать, что в медицине что все будет безболезненно, невозможно. Вы можете рассказать про свой опыт. Я скажу, что вот, например, мне лазерные процедуры, практически безболезненно, но это абсолютно никакое не обещание всем пациентам. Есть люди чувствительные, они будут чувствовать вот эти прогревания, да, ткани, какие-то отдельные долю секунды горячий импульс лазера. Он может почувствовать, для кого-то это абсолютно спокойно воспринимается, кому-то будет дискомфорт. Но это тут еще, Юля, секунды... вот точно должна сделать комплимент вашей клинике, со мной так долго разговаривала врач, которая меня готовила к этой процедуре, что я уже шла практически полуспециалистом в это кресло и ничего не боялась. Это очень важно. Мне кажется, умение врача говорить с пациентом, оно уже на 50% залог эффекта процедуры. Абсолютно. Потому что ты расслабляешься, ты понимаешь, что да, могут быть какие-то нюансы, но, боже мой, что это по сравнению с тем эффектом, который у меня наступит вот буквально в ближайшее время. И действительно так и получается. И когда в спокойном состоянии что-то делаешь, как-то, мне кажется, и проходит все менее болезненно. Я не могу сказать, что это самый лучший релакс в моей жизни, с другой стороны, но это ничто по сравнению с какими-то другими более серьезными переживаниями. Нет, это правда, да, процедура красоты. Я сразу вспомнила, видите, в советском фильме «Служебный роман», как Лия Хиджакова говорит, вы же женщина, вы же потерпите. Слушайте, мы выщипываем брови, не про мужчинах в эфире будет сказано, да, там эпиляция, еще какие-то вещи, чего мы только не делаем с собой. Поэтому, что там лазерная процедура? Ерунда, можно все пережить. Самое главное – эффект. Вот эффект главный это намного важнее. Да. И обращаться к специалистам опытным, которые работают с новыми лазерами. Потому что лазеры очень разные. Лазер может стоить, извините, начиная с 10 тысяч до 120 тысяч. Да? И поэтому сложно людям разобраться. Поэтому лучше обращаться к профессионалам. А если вы еще не дошли до клиники Эрэстетик, то приходите к нам на праздник. Правильно? Приходите к нам на праздник в торговый центр Акрополис 7 марта в 11:00 и ищите стенд Эрэстетик, приходите на праздник «Люблю», общайтесь с нами. Мы всегда открыты, мы вас всех очень любим. Юля, огромное спасибо за сегодняшнюю встречу. Спасибо большое.